магмы происходит по всему миру. И этот процесс только усиливается. Из-за смещения ядра происходит ускорение центробежных сил, и скачки ядра начинают резко выталкивать магму. Подъем магмы уже вызывает в Исландии рой землетрясений. Это и есть вскипание магмы, кавитационные взрывы. Вот тысячи событий в день. Вдумайтесь, в недрах нашей планеты начали происходить взрывы по своей мощности, эквивалентные взрыву тысячам ядерных бомб. Результаты последних исследований ядра и находящихся рядом с ним структур вызывают тревогу. И если сейчас об этой угрозе знают только ученые, то скоро она станет очевидна всем жителям Земли. Еще одним важным показателем, подтверждающим, что в ядре происходят аномальные процессы, является резкое ускорение дрейфа Северного магнитного полюса в 3,5 раза за последние 20 лет. Вместе с экстремальным ускорением Северного магнитного полюса загадочная аномалия ослабляет планетарное магнитное поле, которое защищает нас от опасного галактического и солнечного излучения. В 2020 году ученые обнаружили, что пятно горячего материала под Гавайями даже больше, чем они предполагали. Одна из последних работ Марии Цехмистренко, сейсмолога из Оксфордского университета, подтверждает, что эти так называемые капли являются источником горячих мантийных плюмов, которые могут вызывать разрушительные супервулканические извержения при всплывании на поверхность. Магматические плюмы привели к массивным вулканическим извержениям, которые создали Исландию и продолжают создавать угрожающую активность под Йеллоустоуном. Существует высокая корреляция между этими событиями, изменениями климата и массовыми вымираниями за последние несколько сотен миллионов лет.